Ива увидела Сильву. Это ястреб Ива. Она не дотянется, если что. Видишь? Ястреб ей не нравится. Она сразу поняла, что это не сова, что это страшно. Сильва только хочет, чтобы мы ушли. Ну чего ты? Ты тоже боишься сову? Ты не бойся. Покажи свой хохолок. Ну вот. Не получается их снять так, чтобы они... Сильва вообще обучена на птиц, которые сидят на руках, не бросаться вот так. Поэтому она... Просто хочет, чтобы мы ушли. Ой. И вот покажи лицо свое. Вот.